В понедельник хостинг, на котором находится мой сервер, переехал на новое оборудование, и IP сервера изменился. Новый IP в описании. Заходите, сражайтесь в дуэлях, защищайте жителей от зомби, развлекайтесь и просто выживайте с друзьями. Спасибо за внимание, приятного просмотра. Всем привет, с вами Джейкоб, и сегодня мы будем проходить карту под названием Button Boost. Как было написано на сайте, здесь нас встретят 10 разных испытаний, в каждом из которых нам нужно будет найти кнопку, то есть такое классическое испытание, классический тип карт. Но помимо этого, когда мы нажмем на кнопку, когда ее найдем, нам еще дадут эффект прыгучести, чтобы мы смогли запрыгнуть, так сказать, на следующий уровень. Я не совсем понимаю, о чем идет речь, примерно это представляю. Ну, в общем, давайте посмотрим, как это будет на деле. Создатель Asian Plain Boy. Также хочу напомнить, что вы можете присылать свои карты какие-то, либо название карт, желательно каких-то небольших, чтобы можно было где-то за минут 20, ну, от силы полчаса пройти. Ладно, информация про карту. Asian Plain Boy. Join the game. Ага. Здесь много информации на английском. Я, скорее всего, все не смогу перевести. Мое имя Asian Playboy. Спасибо, что скачали мою карту. Карта называется. Здесь необходимо найти кнопку. Ну, в общем, здесь очень много разной информации. Я не успею это все перевести, да и это очень будет долго. Left the game. Окей. Такс. Информация есть. Здесь какой-то есть simple tutorial. Давайте все-таки посмотрим. А, здесь то же самое. А, нет, вот, нас все-таки телепортировало. Так, и нам здесь нужно найти кнопку. Я еще подрубил шейдеры легкие, чтобы как-то атмосфернее было проходить, интересней. И это, походу, будет проблематичненько на самом-то деле. Нам необходимо найти кнопку, это только туториал пока что. В общем, ребята, я пока что шейдеры отключил, но серьезно, вот эти факелы редстоунские очень плохо освещают, почти ничего не видно. От этого легче, конечно же, не стало. Смущает, что здесь блок слизня стоит, и будто он на что-то намекает. Такое впечатление, будто мне нужно куда-то допрыгнуть. А куда, я понятия не имею, потому что здесь очень грамотно блоки расположены, так что здесь очень легко можно потеряться. Опа, я ее нашел таки, вот она где скрылась, нужно было пройти сквозь паутину, и вот она, блин. Так особо и не заметишь, если водишь вот так вот мышкой. Офигеть. Такс. Что теперь? Теперь у нас есть эффект прыгучести. Нам нужно прыгнуть, чтобы найти выход. Ага, вот, вот в чем смысл. А, блин, слушайте. Воу, а это интересно. Такое себе сочетание. То есть не только на внимательность карта, но и на ловкость, по сути. Ладно, прыгучесть уже прошла. Давайте попробуем сейчас еще раз. Я подозреваю, что выход где-то вот там, возможно. Знаете, а здесь какая-то интересная фигня есть. Давайте я вот сейчас попробую. Хоба, погнали. Давай. Оба. Такс. И куда мы попали, собственно? Ага. Значит, здесь уже нет никакого выхода, по всей видимости. Возможно, здесь нужно прыгать вот сюда и допрыгнуть туда, я так подозреваю. Ага, ну ладно, мы будем пробовать. Блин, мне кажется, это нереально. Здесь какая-то слишком маленькая высота, как для того, чтобы потом допрыгнуть вот сюда. И этот блок слизни особо ничего и не дает, в принципе. Опа! Да нет, слушайте. Возможно. Так. Сейчас все получится. Опа! Отлично, ребят. Воу, мы прошли. Хорошо. И это только был simple tutorial. Отлично просто. Ладно, начинаем проходить. Итак, первый уровень пещера.
Окей, ну, по крайней мере, здесь нет паутины, потому что она меня немножко выбесила. Ладно, давайте искать кнопку. Я здесь подрублю уже шейдеры, наверное. Все-таки здесь уже нормальные факелы. Так, с F5 никто не запрещал использовать. Так, здесь у нас рельсы. Ну, то есть, здесь нет никаких кнопок деревянных сверху, окей. Тогда ищем каменную кнопку, по всей видимости. Такое впечатление, что я здесь конкретно что-то упускаю. И кнопка где-то рядом, в каких-то темных здесь местах спрятана так. Непринужденно, а я тупо не вижу ее. Слушайте, я, по-моему, ее нашел. Вот она, господи, офигеть! Я сюда даже не заглядывал, вот она, родная. Так, теперь я подозреваю, что нам необходимо как-то, блин, допрыгнуть. Блин, куда же можно-то? Офигеть. Теперь нам необходимо как-то допрыгнуть. Вот на эту балку, я так подозреваю. Так, не канает таким образом. А, хотя стоп, я походу понял. Хоба. Так, давайте вот сюда, а теперь... Опа, вот сюда, и теперь... Оп, отличненько. Такс, вот. Второй уровень, дом. Окей. Давайте сразу же оглянемся. Всякое может быть. Что прям возле старта. Где-нибудь спряталось. Так, здесь много дерева. Будем еще смотреть, нет ли случайно деревянных кнопок. Ладно. Дом так дом. Какая-то странная кровать на самом деле. Что это там такое? Ну давайте поспим. Что-то мне очень интересно. Нет, мы появляемся здесь. Опа. Так, а это что у нас такое? Здесь какие-то очень странные блоки. Опа, кнопочка, вот она, офигеть. Это было быстро довольно. Так, куда мне теперь? Куда мне теперь, нахрен? Опа, так, куда я попал? О, блин, слушайте, это было быстро. Третий уровень, Незер, ад. Ну, по крайней мере, здесь довольно светло, но этот... Блин, еще здесь лава есть, слушайте. Опа, кнопочка, офигеть, да что ж так легко-то пошло все прям. Куда прыгать, собственно? Офигеть. Блин, я уже не успею, наверное. Давайте смотреть. Итак. Здесь у нас есть какой-то подъемчик вроде как. А, мои глаза, господи. Можно потушить огонь? Нельзя, блин. Ага. Возможно, вот сюда как-то можно допрыгнуть. Мне кажется, что нам как-то сюда нужно. Ага. А, мы здесь не умираем. О, отлично вообще. Появилась другая проблемка. Как... Куда нам нужно выбраться? Я вижу там какой-то проход. Нам необходимо на вот эту фигню как-то... забраться. Так. И что нам... А, вот так вот все просто довольно. Оба. Отлично. Ну, окей. Так, куда мы идем? Вот сюда. Четвертый уровень. Пустыня. Вот в таких местах очень нужно приглядываться. И главное еще посмотреть. Возможно, здесь есть какой-то паркур. И можно куда-то добраться. Но сама идея мне понравилась, что не только нужно найти кнопку и все так просто. Нужно еще... Еще необходимо
Опа, кнопочка. Еще необходимо успеть запрыгнуть куда-то. Найти там плиту. И куда я, блин, запрыгнул? А, блин, мне нужно было вот сюда, походу, еще. То есть такое совмещение интересное. Ловкости, внимательности. Это прикольно. А, блин, офигеть. Опа, допрыгнул. Пятый уровень. Снег. Снежный, типа биом. Что-то такое, в общем. Хорошо. Ну, слушайте, как-то я на туториале именно первом пробном уровне, я... Офигеть, я наидольше застрял, по-моему. Здесь как-то идет все очень легко, я не знаю. Только нужно мне понять, куда мне нужно прыгать. Ага, я понял. Такс. И здесь какой-то выход. Или нет? Или я не туда пошел? Ага, я понял. Такс, где я кнопку нашел, господи? Блин, я тупо забываю, где я кнопочку-то нашел. Ага, вот, нашел. Так, паркурчик. Оба. Куда нам? Вот сюда. Отлично. Шестой уровень. Stronghold. Это, по-моему, адская... пардон. Крепость края, в общем, по-английски. Каменная крепость. Хорошо. Ну, здесь уже места побольше. И нужно будет хорошенечко все осмотреть. В сундуке у нас ничего. Ничего абсолютно, да? Нельзя поставить это стекло. Опа! Как же я ее не заметил-то, блин? Так. А теперь вопрос, куда нужно будет прыгать? А возможно такое, что эта кнопка открывает дверь? Нет, по-моему, нет. Удобно, реально открылось. Офигеть. А, вот. Фух, слушайте, успел. Седьмой уровень. Айс, лед. Офигеть, это было круто. Это было прикольно, да. Так, ну, главное, что, по-моему, на вот такой вот... Это плотный лед, по-моему. На него вроде как нельзя поставить кнопку. Это почти то же самое, что стекло. Здесь в каждый уголок нужно залазить. Поскольку, возможно, кнопка будет видна только с какого-то определенного ракурса. Вот там что-то очень много места. Интересно. О, вот она. Нет, слушайте, все-таки кнопку можно ставить на плотный лед. Офигеть, не знал такого. Куда нам теперь? Куда нам теперь? Случайно не вот сюда? А, блин, по-моему, все-таки сюда можно. Так, где кнопочка? Вот здесь, да? Офигеть. Опа. Так. Опа, сюда. Воу-воу-воу, офигеть, это было потно немножечко. Так, восьмой уровень, радуга, ух ты, прикольно, прикольно. И мне кажется, в самых темных участках здесь как раз таки нас поджидает кнопочка, вот она, офигеть, слушайте. Ладно, а теперь походу нас ждет адский паркур. Я понятия не имею, куда мне нужно... идти. Давайте посмотрим. Здесь блоки как-то хаотично так разбросаны. Возможно, отсюда мне нужно допрыгнуть вот сюда и дальше как-то уже смотреть. Ладно, на ходу легче всего как-то смотреть. Еще раз сюда, теперь вот сюда, теперь оба сюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Куда дальше-то? Блин! Офигеть! Офигеть! Мне и нравится, и немножко уже бесит одновременно вот этот уровень. А, да, вот сюда дальше. Сюда, дальше сюда. Дальше сюда. Дальше.
сюда куда-то. Офигеть, ребят. Фух, мы успели. Офигеть. 9 уровень, мясо. Здесь уровни как биомы. Ну, в общем, классика. Но прикольно. Фух, слушайте, это было потно. Я подозреваю, здесь нам нужно будет по кактусам прыгать. Куда-то. Боже, ребят, как же у меня только что уже бомбануло. Я где-то полчаса уже завис вот на этом уровне. Я уже каждый уголочек проверил. И еле нашел эту сраную кнопку. Посмотрите на этот кусочек этой сраной кнопки. Я сюда даже не заглядывал, по сути. Я только вот так вот смотрел. Блин, офигеть просто можно. Офигеть. Ладно. Я так подозреваю, я уже видел, куда нам примерно нужно будет идти. Скорее всего, где-то вот сюда нам нужно будет запрыгнуть по кактусам. Я уже по них попрыгал как следует в поисках этой сраной кнопки. Блин. Окей, погнали. Так, сюда. Теперь, опа, сюда. И теперь, хоба. Фух, с первого раза получилось. А, нет, стоп, это не все. Блин, блин. Офигеть, ребят, у меня уже немножко пригорает. Это вот из-за этого уровня, блин, это жопа просто. Офигеть, очень мало времени, походу, дают, по всей видимости. Да дайте мне запрыгнуть на этот кактус сраный этот. Фух. 10 уровень. Эндермир. Край, называйте как хотите. Фух, офигеть. Ой-ой-ой, что-то очень здесь много разных мест. И мне это не нравится. Офигеть. Ну, радует, что это уже последний уровень, потому что с меня уже хватит, серьезно. Ладно, сейчас пытаюсь я найти. Вот он, офигеть. Почему мне так не повезло на прошлом уровне? Так, а куда, собственно, нужно идти-то? А? Офигеть, сколько мне дают? Несколько секунд. Ага, вот, мне кажется, вот туда. Блин, а где кнопка-то была, собственно? Офигеть. Где была кнопка? Я уже ее видел. Так, так, куда нам нужно? Сюда, сюда. Возможно, сюда. Блин. Я подозреваю, что нам только вот туда куда-то. Нет, ребят, это не Эндермир, это какой-то ад просто. Я не знаю. Походу, здесь других ходов нет. И за что зацепиться тоже, блин, нет. Офигеть. Хотя, погодите. Здесь есть какая-то интересная фигня, куда я еще не ходил. Что это такое? Куда это нас ведет? Это нас куда-то ведет. А, блин, вот оно что. Вот оно что, ребят. Нам нужно... куда я пошел? Блин, еще раз. Нам нужно... Нет, не то. Так, кнопочка. Хоба, сюда. Сюда. Дальше мы идем. Сюда, дальше сюда. И... Да, блин, да что ж ты будешь делать-то? Фух, фух, я зашел. О, отлично, ребят. Карта пройдена. Фух. Офигеть. Ну, вот 9-й и последний 10-й уровень. Это было что-то. Я не знаю. Ну, возможно, в 9-м, скорее всего, это моя невнимательность была, что я не сразу посмотрел в это ущелье с определенного ракурса, блин, еще. Но в 10-м вот это было потно. Ну, в целом, мне карта очень понравилась. Вот такой тип карт мне вообще нравится. Такие вот задания, а здесь еще их хорошо совместили. В общем, очень интересно получилось. Ссылка на карту будет в описании, если вы захотите сами это все испытать.
на себе. Ну, а на этом я буду заканчивать. С вами был Джейкоб. Заходите на сервер по Майнкрафту. IP есть в описании. Спасибо большое всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.